По версии следствия, молодой человек решил организовать убийство родственников, чтобы завладеть квартирой и другим имуществом, вступив в наследство. Об этом он сообщил своему другу. О планах сочинца узнали и правоохранительные органы. Дальнейшие его действия проходили под их контролем. Подысканный исполнитель, в роли которого выступил сотрудник полиции, согласился совершить преступление за 3 миллиона рублей, которые тот должен был передать после вступления в наследство. Во время оперативной съемки заказчик передает расписку о задатке и, судя по поведению, ничуть не сомневается в принятом решении. Как будешь себя вести, когда менты там приедут, сведут на тебя? Ну как? Да, подобает сыну. Со всеми слезами. Молодой человек сообщил ему расположение комнат в доме, расположение камер видеонаблюдения, а также сообщил о собаке, которая имелась в доме. Также он предоставил охотничий нож и средства конспирации. Получив 26 января 2018 года информацию и подтверждающие материалы об убийстве родителей и малолетней сестры, фигурант написал расписку и передал ее исполнителю. После этого молодого человека задержали сотрудники правоохранительных органов. Добавлю, что уголовное дело с утвержденным прокурором обвинительным заключением направлено в суд, сообщают в пресс-службе Следственного управления Следственного комитета России по Краснодарскому краю.